Президент РЖД Олег Белозеров, который возглавил российскую компанию не так давно, будет руководить и Международным союзом железных дорог. Выборы состоялись в Париже, где прошла Генассамблея этой организации. Это одно из самых авторитетных в мире транспортных объединений. И, как сказал Белозеров сразу после избрания, он намерен продолжить работу по развитию международных и региональных проектов. Россия входит по всем своим параметрам в первую тройку железных дорог. Здесь мы обсуждаем различные документы, в том числе и международные стандарты. Они очень для нас важны, поскольку груз железными дорогами везется на дальние расстояния, и нам необходимо унифицировать и формы отчетности, и предлагать механизмы быстрого пересечения границ, предлагать новые мультимодальные продукты.